В основном ходят у нас студенты исторического факультета ОГПИ, вот напротив, ну сейчас он ДФУ называется, и берут, конечно, литературу по истории. История России, история, всемирная история, учебники. Ну, не учебники даже больше, а книги, отдельные книги о какой-то личности. Ну, парней больше, мальчиков больше, они более серьезно относятся к учебе. Каждый день мы с ними встречаемся здесь очень много, да, раз в день, даже по несколько раз могут зайти. В основном, конечно, на первый курс и средний, ну вот старшекурсники уже не ходят, они уже как-то учатся на другом, находят материал в другом. А первокурсники, начальные курсы, они пока еще молодые, и их посылают в библиотеку за материалом, они приходят и находят именно в книгах. А старшекурсники в интернете, я думаю. Они торопятся, у них есть вот между парами там какие-то переменки, они прибегают быстренько-быстренько. Кто ходит давно, часто есть такие у нас категории читателей, студентов. Они уже знают, где искать, уже сами и быстро, очень быстро находят. Требования у них такие. Нужно написать курсовую или реферат, или какой-то вот материал нужен. И поэтому 1-2-3 книги максимум. В числе наших читателей есть несколько человек, те, которые начинали читать с раннего детства, которые посещали детскую библиотеку. Детская библиотека нам передали как эстафету этих ребят нам. Они приходят и читают сейчас у нас, очень активно читают, хорошо. То есть те, кто читал с детства свои любимые книжки детские, они продолжают читать сейчас также то же самое взрослые книги, то, что любят. Ну, в общем, увлечения у них и остались те же. Чтение, самообразование, познание. И это помогает им в учебе и в жизни, я так думаю.